Эту жгучую брюнетку чужим мнением не напугать. Оно ее мало волнует. На сей раз вы не с Ангелиной Чудаковой, а с Дашей. Да. Кто такая Даша? Опишите. Даша – это моя, ну, можно сказать, музыкальная дочь. Музыкальная дочь? Да. Понятно. Значит, поет хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Даша, здравствуйте. В анкете написано, что вас интересует мнение только ваших друзей, семьи и педагога. Это в первую очередь. Наше мнение чуть-чуть интересует. Ваше очень интересует. Немножечко. К вам прислушаюсь. А то хочется спросить, зачем вы сюда пришли? Ей интересно немножечко узнать наше мнение. Чуть-чуть. Множечко. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Чеславская. Я приехала из города Могилева. Если бы, наверное, не родители, не папа в частности, может быть, я даже и не занималась бы вокалом. У меня вообще была мечта – это гимнастика. Но на каком-то семейном празднике мы с папой спели дуэтом, и папа подошел к маме и сказал, ну, может, отведем Дашу куда-нибудь прослушаться, петь. Давай более детально. Цаут! Не меняй позицию. Угу. И чуть медленнее. Мне всегда важно, чтобы я делала то, что мне нравится. Я могу не всегда прислушаться к каким-то советам, что у меня не должно быть никаких рамок. То есть вот все, как я хочу. Вообще важно вам чужое мнение? О, нет, мне важно мнение своих близких, вот моего педагога. Так, если какой-то человек со стороны там подойдет, мне что-то скажет, которого я в лицо не знаю, или там тоже мне кто-то может там сказать, вот ты там вот такая вот. Я думаю, ну, господи, ну хорошо, думай, что хочешь. Мнение остальных я не особо внимания обращаю. Задели нас больно, но все равно мы спокойно делали вид, что нас не достать никому. Невозможно поверить, что никому нельзя верить, еще сложнее понять, ну почему. Тогда же дети не плачут, когда уходят родители, как это все отвратительно и низко. Конечно, нужно стараться, но это жизнь на любителей. Мы с тобой здесь всегда в зоне риска. А кто такой, чтобы просить большего? Большего. И как сложно жить в этом мире уже, где многим нужна в общем-то, и здесь только ты меня держишь, и ты еще крепче меня держи. Кто такой? Эй! И как
только ты меня держишь, и ты еще крепче меня держишь. Все сделала, все. От первой до последней ноты. Дарья, ну вот скажите, пожалуйста, это такая общая болезнь сейчас у всех современных исполнителей оглушать звонки. Ну, говорить не любовь, а любовь. Не жить, а шить. Сейчас так все поют, Серега. Не, ну вы понимаете, манера, язык же для чего-то дан, чтобы вот различать, как бы. Да, почему нужно. Дан, чтобы его коверкать. Вы можете как-то это прокомментировать? То есть это тренд, это модная тенденция. В чем суть вообще? Возможно, у меня в моменте была немного не та подача. Возможно. Ну, но такой задачи у меня не было, как ты. Вы же говорите задача, а не затача. Это парные. Фас можно. Согласны. В общем, мы и Олехно, и Пусова, и Прикошин кафарим вам 4 та. Спасибо большое. Девочка. Ой, как приятно, здесь столько положительной энергии. Удачи, девчонки. Спасибо. Класс, ждем в тренировочном лагере. Я сейчас этой манеры сейчас никуда не деться. Кто не выходит, начинает это вот... Все, знаешь, да. Знаешь, это спето английских песен. Сона. Не, та. Не зона. Сон. Сота. Сон. Сон.